Друзья, всем привет! Опять я выбрался на реку, на рыбалку. Сейчас 5 часов утра. Такая вот красота на реке. Там где-то слышно, рыбачки уже поплыли, двигатели работают. Ну а мы, как всегда, начнем сейчас ловить окуня. Потом перейдем на щучку. И там посмотрим, что получится. Водичка уже прохладная, хищник, я думаю, должен активизироваться. Ну, а там посмотрим. Получится, значит, получится. Все, друзья, не переключайтесь. Думаю, рыбалка сегодня будет хорошей. Друзья, приплыл я на окуневое место, сделал себе такую приблуду с трех приманок сразу. Попробуем, что нам она покажет. Делаем первый заброс. Я просто видел, что люди ловят на две приманки. Думаю, почему бы не сделать. В Китае вообще видел, там на зонтик ловят, там очень много приманок таких. Ну что-то пока тихо, всплеска окуня не вижу. Обычно он утром гоняет по поверхности, что можно ловить на поппер. А сейчас тишина. Может, еще спит рыбка. На реке туман, тишина, красота. Просто красота. Всем советую, ребята, почаще выезжать на рыбалку, на природу. Утро. Начало 6-го. Посмотрите, какая красота на реке. Туман стелется. Ну что, друзья, подошла к концу моя рыбалка. Буду ехать, собираться домой. Рыбалка, в принципе, и доволен, и недоволен. Доволен тем, что поймал окушков, щучку. Недоволен. Сегодняшний мой улов. Окушки, щучка. Щучка хорошая. С окушков сейчас сделаем уху, а щучка пойдет в морзилку. Недоволен тем, что отстрелил воблер, хороший воблер. Сейчас пойду домой, сделаю ушицу с окушков, которых поймал. Завтра опять на рыбалку, посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, будет лучше, чем сегодня, так как вода уже прохладнее стала, хоть днем и тепло еще, но вода остыла, и остыла прилично. Хищник должен активизироваться, но почему-то он молчит. Я имею в виду судачка, щучку хороших размеров. Щуки было поймано сегодня штук 10, вся мелкая, отпускал. Взял одну такую, килограммчик. Сейчас, пока примус наш разогреется, я пойду почищу окуней, попотрошу, а голову оставлю, ну, целиком, то есть отрезать не буду. И поставим варить бульон. Ну что, окушков почистил, жабры почистил, кишки поставил. Вот сейчас будем готовить. Сейчас, пока уха, рыбка варится еще, мы положим
перчик черный и крупно порезанный лук. Будет пикантный, хороший запах. И ждем 20 минут. Рыбка почти начинает кипеть. Ждем, пока почистим картошку, подготовим соль, еще чуть-чуть перчика и помидорчик. Рыбка наша поварилась. Сейчас мы ее аккуратненько достанем. Вот, и засыпем картошечку. И когда рыбка остынет, мы отделим мясо и засыпем обратно сюда же нашу пшеницу. Пока она еще не разварилась полностью, ее легко доставать. Все, а в этот бульончик сейчас засыпем картошечку. И ждем, пока сварится картошечка, потом засыпем туда рыбку остывшую, мясо и соль, перчик и помидорчик. Ну что, картошечка наша уже подходит. Мясо с рыбы я почистил. Засыпаем сюда. Пусть варится. Сейчас почистим помидорчик, посолим. И наша ушица готова. Уха с окуня. Она очень вкусная. Попробуйте, ребят. Сейчас засыпем помидорчики. Вот я порезал. И не перемешивая, накрываем. И варим еще минут 10-15. Потом посолим, дадим ей чуть-чуть настояться. И к столу. Наша уха готова. Сейчас я ее выключу, она постоит минут 10. И будем кушать. Всем, кто сейчас кушает, желаю приятного аппетита. Готовьте уху со свежепойманной рыбы. Если поймал сам, сам приготовил, это вдвойне вкуснее. Все, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, приглашайте друзей. Распространяйте мои видео, поддержите мой канал. Буду всем признателен и благодарен за комментарии, за лайки. Все, всем спасибо, всем пока, а я завтра на рыбалку.